Всем здравствуйте, и как бы опять приключения. Зашел посмотреть, что же выдает там ветрогенератор. Как раз вот, ну, средний ветер там порывах 7 до 8 метров. И вот зашел. И захожу, значит, снова слышно запах гари, копоти, не пойму что. Здесь вроде бы все нормально. Захожу ближе к столу. И здесь, оказывается, вот он, где этот Армагеддон. Оказывается, я поставил утром вот такие литиевые батарейки на зарядку. Ну, а здесь друзья пришли. То чай, то кофе, то траливали. Ну, и с одной стороны, наверное, хорошо, что меня здесь не было. В общем, что здесь было, непонятно. Это вот эта сборка, она взорвалась. Причем взорвалась в прямом смысле слова. Вот здесь было 8 батареек, о, они еще горячие. То есть здесь было 8 батареек, здесь 4, 6, вот это 7-я, 8-й я даже не найду осколков. То есть от 8-й остался, ну вот это вот копоть, вот это все, и где эта батарейка, в общем, непонятно, куда-то улетела. В общем, сейчас еще поищу. Ну вот такие вот бывают огорчения в жизни. Ну, в общем, ребята, не оставляйте без присмотра, потому что это чревато последствиями. Как она здесь, что не загорелась, это, в общем-то, чудом. Потому что здесь вот везде бумага, ну вот и то она вот горела, похоже. Ну да, горела. В общем, капец полный. Да уж, ребята, это чего рухнула только одна батарейка. А сколько проблем. В общем, это все, что я смог найти от 8-й батарейки. Вот это самая крупная деталь, какая-то сеточка. Больше ничего. Все остальное улетело. Вот здесь был взрыв, и весь взрыв был направленный на блок питания. Вот так он с закопченным выглядит. Еще не знаю, чем его отмыть. Сейчас попробую спиртом, не знаю. В общем, не оставляйте без присмотра. Мало того, что вы останетесь без элементов питания, ну и это может чревато окончиться. На этом все. Всем удачи и без приключений. Спирт рулит. Отмыл. Может, где-то что-то и осталось. На столе, вот здесь, вот где горело, ну, поднимался немного лак. Ну, а так все нормально. Все окей.